Еще раз здравствуйте. Сегодня была работа, момент, который разбирали, был момент маятника. Маятник, да? Был здесь самый важный элемент, который присутствует, и возможность работы маятника заключается именно в сгруппированности. То бишь, когда ваш корпус сгруппирован, вы сохраняете свою массу внутри положения ваших ног. Вот сейчас я специально взял такой ракурс, без ног мы сейчас работаем, да, именно акцент внимания на работы корпусом. Когда мы ускоряемся, пытаясь подойти к противнику, раз, два, раз, резкое движение. Но оно делается резко не ногами, вы ускоряетесь. Ногами побежал, корпус не успевает работать. Вы работаете корпусом, наклоняясь, именно наклоняясь на локоть. На локоть делаю раз, два, я на локоть дал, значит, этот локоть у меня что? Вместе с плечом ушел вниз. И вот здесь второй момент. Есть два варианта ударных действий с этого движения маятника, так называемого, да? То бишь наклона. А именно, первично, первое движение такое, более среднее. Я сделал наклон, даже вот стоя на месте, без шага движения. Я сделал наклон на локоть. Я поймал локоть, как в бедро. И отсюда я не спиной делаю движение. То есть спина пойдет уже вследствие. Я сразу отсюда, у меня сейчас очень удобное положение локтя, плеча. У меня как бы локоть ушел вовнутрь. И я здесь же сразу же, вот это движение круговое, я начинаю бить. И за счет именно этого ударного действия, именно не спиной пошел делать, упал локоть в бедро вовнутрь. И переворот плеча дает мне что? Возврат в исходное положение. То бишь это удар такой будет, как бы да, он пойдет через руку немножко, но можно сделать более максимально такое, как бы уже за головой, более как грибок сделать такой, верхен как бы называется, говорится, да, такой аж за собой. Но вот в этом случае вы сейчас сделаете, это уже другое движение. Именно вот это движение локтем. То есть локоть назад, плечо пошло вперед. И вот это запаздывание позволяет вам не голову поднять и появиться на кулаки противника, так сказать. А именно ваша голова, ваш кулак, ваш удар пойдет впереди, уже за головой, как бы. Перед головой, точнее. Ваш же удар будет вас закрывать. Наклон на локоть. И из этого же положения, из наклона, вы начинаете бить. Но опять, самое главное, не разгибая локтевой сустав. Именно вот неразогнутым локтевым суставом, как бы за собой получается. То есть, и у вас происходит ситуация, что не голова и потом удар, вы тем более раскрылись, а движение локтя. То бишь ударное движение. Раз, два. И очень важно, посмотрите, я для композиции больше сгруппировался. Второй локоть прям в бедро поймал. Что опять-таки показатель того, что сохранилось мое равновесие, сохранилась моя группировка, сохранилась моя энергия внутри меня, внутри моей опоры. Второй удар, который здесь же считается, из этого же положения, так называемая качка из этого же маятника, да? Это когда делается немножко наоборот, удар идет как бы за собой. Но здесь опять очень важный элемент, чтобы вы были собраны. Каким образом? Делая движение наклон, это более высокий противник. Если противник моего роста, то мне вот эти грибковые движения закидываем туда, но это где-то с дальней дистанции. Могу я так рубануть. Но они уже не совсем нужны, более простое, но более длинное, более тяжелое действие, да? Но если противник повыше меня, и мне надо через его руку повыше перекинуть, то вот здесь уже работает движение запаздывания большего ударного действия, уже работа спиной. То есть уже удар, если мы сюда ушли, и здесь отсюда сразу бьем плечом, локтем, кулаком, то при более высоким противником, который, ну, где-то параметр больше, я делаю наклон корпусом, плечами падаю, опять-таки, и обратно падая в обратное положение, как бы бью за собой.
То есть фактически ваша рука, если здесь она идет немножко со стороны, то при максимальном действии, когда вы второй вариант будете делать, наклон и удар. Здесь у вас наклон, удар, а здесь у вас наклон и второй наклон и удар уже. У вас происходит как бы этот грибок фактически, как вот разминочное упражнение мы делали, фактически вот такое движение. Вы бьете фактически сверху вниз. Если апперкот он бьется между рук снизу, то этот удар бьется сверху вниз. Как бы боковой, но сверху вниз пробиваете практически между рук. Но сверху сбоку. Получается что? Наклон на локоть. И опять здесь не бью сразу, а придерживая, прям придерживая плечо, падаю. И вот здесь вот это движение. У вас больше замах получается. Прям вот сюда. Только не в сторону, ребят. Не в сторону локтевой сустав. Если при первом движении у вас вы локоточка вот до сюда рванули, короткое движение, как бы вовнутрь у вас, оп, перевернулись, то при этом более глубоком движении у вас фактически идет аж за собой. Это не будет раскрытием. Да, это замах, но это не будет раскрытием вот таким вот. Вы не разгибаете локоть. У вас плечо сразу становится на место вашего подбородка и закрывает вас. Наклон и обратный наклон и за собой. Посмотрите, вы обратно упали аж на локоть, но посмотрите, как перевернувшись. И если вы сейчас при этом действии опущу я руку, то мой кулак висит в носок ноги. То есть максимально я перевалился. И опять на локоть, господа. Вот те моменты, которые вы можете самостоятельно, как сказать, контролировать удар. То бишь, что мы сказали? Качнуть майки. Короткий удар, да? Более короткий. Качнул. И сразу отсюда, не разгибая локтевой сустав, сжатый бицепс трицепс, короткое движение через ручку прошел, да? Раз, два. Поймал второй локоть. И более длинный удар, более глубокий, более амплитудный, естественно, более мощный, когда вы бьете как бы за собой уже. Раз, качнул сюда. И не бью здесь сразу, а наоборот, качаю обратно. И уже когда фактически фронтально встал, вот тут ваша рука, прям маховое движение, как в плавании грибок делаете, то же самое, аж переворачивается. Ваш кулак, посмотрите, как переворачивается. Пробивается между рук. Фактически от этого удара отклониться невозможно. Попадается в голову. Попадается между рук в грудь. Вот этот момент, он очень важен. Именно маятник, локоть, локоть. Короткий удар. Та-та. Более длинный удар. То есть больше наклон корпуса и больше амплитуда кулака. Больше амплитуда руки. Именно как круговое движение. Фактически разминает. Вот локтевой сустав. По кругу загоняет. Это то, что может ваши плечи работать. И сохранение этой группировки, что на удар, что перед ударом, что на ударе, что после ударе. Качнул, ударил, качнул, качнул. На локоть, вовнутрь. Ну вот такой момент. Попробуйте поработать. Естественно, что вот группировка, да? И в этой плоскости. И здесь вертикальная. А плечи скручивают здесь, здесь горизонтально у вас круг. В шарик такой стремитесь к сфере. Все, всем здоровья, не болейте, пользуйтесь. Всего доброго.